Сразу выдаем все тайны. У нас есть из этой серии тайна Офелии. И кольцо, и серьги. Посмотрите, у нас есть отличный, великолепный лот. Это комплект. Ну как можно такие цены ставить? Мне прям жалко. 990 рублей за серебро. Вы представляете? Я наверняка, я уверена, что в вашем регионе, где вы сейчас живете, ну, работают в основном по перекупке. То есть покупают где-то, потом перепродают у вас, накручивают цены. Зачем? Зачем переплачивать? Скажите, когда вот такую красоту мы вам покажем, мы вам все расскажем, мы покажем вам все нюансы вот этих украшений. Это, кстати, покажем паспорт, каждому украшению приедет его персональный паспорт. И, конечно же, вы будьте уверены в том, что это ювелирные украшения. Наш телеканал несет полную ответственность, так же, как и ювелирный любой магазин, что это достоверно серебряные украшения, полновесные. Посмотрите, здесь используются у нас вставки в виде фианитов. Вот он и паспорт наш. Полюбуйтесь. Посмотрите, к любому изделию у нас идет паспорт подробный. Серебро 925 пробы. Тип украшения оксидирование. Давайте посмотрим. Вот заявлено серьги, лот. Здесь штрих-код. Все-все-все есть. Оксидирование. Оксид – это способ украсить наши серьги. Посмотрите, они у нас фигурные. И фианиты. Фианиты двух цветов. Двух цветов под аметист и топаз. Аметистовый и топазовый фианит. Итак, аметистовый – это сиреневый. А топазовый – это редкий фиолетовый насыщенный цвет. Какая красота! За 990 рублей! Ну как же ж так? Итак, розовый – это топаз, а фиолетовый – это аметист. Ну, мы с вами говорим сейчас о фианитах, которые выполнены под эти драгоценные камни. Ну еще вы посмотрите на цену – 990 рублей! Кто смотрит наш телеканал, кто верит нам, кто смотрит нас каждый день, мы вам делаем подарок. Вот эти изысканные серьги и кольцо «Тайна Офелии» тоже идет сегодня по неимоверно низкой цене – 990 рублей.